Меня зовут Лариса Пикурова. Если, наверное, отбросить все роли, я бы хотела сказать, что прежде всего я счастливый человек, счастливая женщина. Одна из моих ролей — я основала Ева-клиник, клинику для женщин, для женского здоровья. Я являюсь счастливой женой. Я в отношениях более 20 лет с прекрасным, удивительным человеком. И я счастливая мама, надеюсь, очень счастливых детей, успешных и светлых. С медиками, когда мы встречаемся, мы изначально, женщины в родах, находимся вот вообще в неравных условиях. То есть я говорю о том, что женщина, когда рожает ребенка, в лучшем проявлении этого слова она находится не в адекватном состоянии, особенно если это первые роды, даже и вторые, из личного опыта, и третьи, четвертые, пятые. Это огромный стресс, это боль, это страдания. И что мы делаем с ребенком, когда ему больно? Что, вот если ассоциировать на своего ребенка, мы его обнимаем, мы его утешаем, мы говорим о том, что все будет хорошо. Когда ему больно, он держит себя крепко за руку. Да, могут даже остаться синяки, но мы понимаем, что таким образом мы проявляем любовь и эмпатию по отношению к ребенку. Когда женщина в родах, она тот же ребенок, которому невероятно больно. И врачи, они изначально говорят о том, что они будут проявлять эмпатию. Но почему-то, по какому-то странному стечению обстоятельств, от женщин в родах можно услышать, от женщин, которые тебе должны помогать, очень часто можно услышать: «Все рожали, что ты стонешь?» Ну, не хочу сейчас просто уходить на какие-то еще грубости, но на самом деле такое бывает, это очень больно, это очень обидно, это всегда стресс, это всегда травма. И я могу сказать на личном опыте, что после вторых родов я сказала, что все, на этом формирование моей семьи окончено и завершено, и я больше никогда не пройду через этот путь. 12 лет после рождения первого ребенка мне понадобилось для того, чтобы я смогла решиться, и я могу сказать, что это было два года уговоров, клятв письменных со стороны семьи, и я могу сказать, что это был огромный стресс. Я всю свою беременность, я не думала о сроке, когда мне придется через это пройти. Вот прям я откладывала на самый дальний месяц и молилась, что вот, Господи, ну вот пусть он подольше не наступает. Это правда, это знают мои коллеги, я уже проработала огромное количество времени в медицине, и они понимали, как я к этому отношусь. Я постаралась организовать свой самый лучший план родов, договорилась о многих вещах. Но у меня не совсем получилось. Все было уже гораздо лучше, чем это было во второй раз. Но именно в тот момент я, не являясь участником вот проявления какого-то агрессии и насилия, я видела это насилие по отношению к другим женщинам и считала это огромной несправедливостью, потому что у меня в тот момент был ресурс договориться, с кем-то подстраховаться. У меня была нежнейшая акушерка, а в тот же момент на соседней кушетке девушка страдала от боли, и на нее кричали в тот момент, когда, организовывая ей акушерскую помощь, давили ей на живот. Ей было очень больно. Я сейчас буду плакать. Ей было невероятно больно. А ей сказали: «Сука, посмотри, что ты сделала, ты мне поставила синяк на руке», а она от боли просто схватила за руку человека, который причинял ему боль. Это насилие. Все, девочки. Почему-то эмпатию и любовь к женщинам одни и те же люди могут проявлять, а могут не проявлять. Мне вот этот факт был совершенно непонятен, потому что в момент, когда ты брат, сват, кум, либо позвонила Ольга Петровна, тебе могут улыбаться, тебе могут создавать какие-то повышенные комфортные условия, тебя могут сопровождать, смотреть тебе в глаза и гладить по руке. А если ты просто человек, просто с улицы, почему-то эмпатия куда-то улетучивается. Но есть люди, которые готовы ее проявлять всегда, везде, кто бы ни приехал, кто бы ни поступил в приемный покой, будь то публичная личность, известная личность, либо это просто человек, которого, может быть, просто нашли на улице. Мне кажется, вот в этом талант врачевания, и мне кажется, что именно такие люди должны заниматься этой профессией. Первый аспект – это личные травмы. Я считаю, что это люди очень глубоко несчастливые и очень поломанные. И у них очень много внутри всего, что не позволяет им, во-первых,
быть счастливыми наедине с собой, и таким образом они вот могут проявлять эти вещи по отношению к другим людям. Второй момент – это, конечно же, система. Система как в плане отбора этих людей, даже при поступлении в университеты, училища медицинские и так далее, также система, выстроенная непосредственно на рабочих местах. Когда создаются системы, при которых невозможно такое поведение, его не будет. Это как минимум. Сложно дать совет, как действовать. На мой взгляд, наверное, единственное – это постараться предусмотреть, если это проговорить про роды, предусмотреть заранее клиники, договориться на какой-то свой план родов. Если это же, конечно, какая-то ситуация экстренная в медицине, мне кажется, просто говорить. Говорить с людьми, которые проявляют это, причем быть психологом прежде всего, да, потому что очень часто, когда к нам проявляют агрессию, естественно, защитная реакция – это крик, это боль, это такая же где-то агрессия. Постараться быть умнее этой системы и начать менять. То есть, когда на тебя выливают это, делать комплимент, уводить конфликт в другую сторону, объяснять человеку, как тебе больно. Наверное, начать вести себя по отношению к этому несчастному человеку, который причиняет тебе боль, так, как ты бы хотел, чтобы он относился к тебе на самом деле. И мне кажется, что даже самое черствое сердце дрогнет, и он вспомнит, что он давал клятву Гиппократа.